ДПС, сержант Петров. Попрошу документы. Добрый день. Документы, ваши права. И не говорить, очень жарко. Права? А? Вы что, плохо слышите? Вы говорите громче. Вы нарушили правила, ваши права. Вы правы, очень жарко, я вся мокрая, а вы? Вы глухая. Какой знак висит? Знак висит какой? Где? Вон наверху. Я вижу, не глухая. Красный с черным наверху. Для чего повешено? Кстати, там что-то висит. Надо снять, отвлекает. Посредине, на желтом фоне. Что чернеет такое? Красное. Громче, очень жарко. Вы глухая. Я плохо вижу. Глухая, да еще слепая, что ли? Не слышу. Да как же вы за руль сели? Спасибо, я не курю. Да вы не волнуйтесь. Там в машине двое. Один видит, другой слышит. А я рулю. Черная стрелка направо зачеркнута. Что означает? Не слышу. Вы глухой? Зачеркнуто? Да. Наверное, поставили, потом зачеркнули. Вы в своем уме? Это означает, что направо поворачивать нельзя. Кто вам сказал? Да я что, по-вашему, идиот, что ли? Вы много на себя берете. Куда я, по-вашему, повернула? Да вы повернули направо. Это вы что, я поворачивала налево? Вы просто не тем боком стоите. Так, где у вас рука левая, а где правая? Вот у меня одна рука левая, другая правая. Иначе в сумасшедшем доме день открытых дверей. Какая у вас рука левая, какая правая? У меня одна рука левая, другая правая. А у вас? И у меня тоже. Вот одна рука левая. Нет, вот одна рука левая, а другая правая. И у меня точно так же. Одна рука левая, другая правая. Или с сегодняшнего дня переименовали? Я ничего не понимаю. Вам надо что-то делать с руками. Ну да. Я никому не скажу. Но при вашей работе могут быть неприятности. И я про вас никому ничего. Езжайте. Да, ну когда вы повернете направо, но вам-то налево. Там проезд запрещен. Обрыв, но вам туда можно. Спасибо, я не курю. Четырех путем. На Воркуте. Вот так вот.